Рыбаки уже заходят на лед. Их видят на Берди почти каждый день. Рискуют, говорят спасатели. Выходить на лед можно только в том случае, если толщина льда 10 сантиметров и более. Измеряем. Около 12 сантиметров. Такая толщина льда только у берега. Чуть дальше он едва прикрывает поверхность реки. Выходя на водоем, люди рискуют провалиться под лед. Но рыбаков это не останавливает. Воспитание рублем дает более положительные результаты. Мы выписываем, составляем протокол, передаем его в администрацию. И там на комиссии, то есть уже в администрации решают. То есть сумма идет от 300 до 1000 рублей. Штрафа. По закону, если нет предупреждения, что выход на лед опасен, штраф выписать нельзя. Поэтому рыбаки срывают таблички, как будто их там и не было. Спасатели снова их устанавливают. Если человек провалился под лед, спасатели призывают сделать самое главное – не паниковать, справиться со страхом и начать выбираться из полыньи. Это, во-первых, надо широко раскинуть руки, вот, пытаться навалиться грудью либо спиною на лед. Вот. Если вы как бы уже выбрались, то не вставать ни в коем случае, методом перекатывания по льду, возвратиться теми же следами, как вы шли, допустим, к этому месту, где провалились. Если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. Будет безопаснее, если вы можете подложить под себя лыжи, доску, фанеру, увеличить площадь опоры и ползти на них. К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Созданы сотни роликов и фильмов о том, как спасти себя или другого тонущего человека. Однако число утонувших рыбаков пополняется ежегодно, несмотря на все меры профилактики. Спасатели призывают рыбаков повременить с выходом на Бердь. Говорят, что в связи со сносом дамбы и расчисткой русла реки течение стало быстрее. А значит, и промоины в этом году больше, чем были раньше.